Карандаши и ручки, тетради с яркими обложками и модные рюкзаки. На школьной ярмарке ребята могут выбрать все, что им понадобится в течение года. Разнообразие товаров не подводит покупателей и в этом году. Порадовали новинками магазины с одеждой для школьников. Например, один из белорусских производителей выпустил уникальный пиджак со вшитым термометром, так что температуру ребенка будет легко проверить и сразу узнать о первых признаках болезни. А для любителей ретро-костюмов на ярмарке можно купить девичью школьную форму в стиле советской эпохи, которая уже пользуется огромным успехом за рубежом. К слову, коллекции детской одежды и обуви обновляются из года в год, однако цветовая гамма остается традиционной – черно-белой. Неизменно пользуются популярностью продукции белорусских производителей, однако в тесной конкуренции с зарубежными товарами. Делать покупки на школьном базаре очень удобно, ведь все, что нужно для учебы, можно найти именно здесь. А список школьных принадлежностей у ребят немаленький. Тетрадки, дневники, краски, цветной картон, бумагу. В школе все. Случайно, честно говоря, зашли так. Узнали, что сегодня первый день, ну и как бы знаем, что думаем, что все новинки будут сегодня. Уже к концу августа уезжаем отдыхать в Болгарию в августе, не будет до конца месяца. Я считаю, замечательный рынок, потому что можно все в одном месте найти. Очень удобно и рюкзаки, и канцелярские принадлежности. Но я считаю, что такие рынки должны быть. Для родителей очень удобно. Мы пришли выбрать рюкзачки, сразу выбрали то, что понравилось девчонкам. Но я думаю, что главное, чтобы приносили хорошие оценки. Ярмарка «Здравствуй, школа» работает ежедневно с 11 до 19 часов. Здесь родители смогут полностью подготовить своего ребенка к школе, а главное – сделать это в одном месте. На таком универсальном рынке можно приобрести яркие и модные вещи, которые помогут школьнику выглядеть современно, а в новых рюкзаках ребята, несомненно, будут носить тетради только с хорошими оценками. Юлия Косила, Сергей Печерица, новости Гродно+.